Безопасность города под прицелом видеокамер. Именно так в будущем сотрудники МВД Ненецкого округа планируют проводить профилактику правонарушений. Сегодня на заседании комиссии по общественной безопасности депутаты рассмотрели бюджет установки комплекса «Безопасность города» в 2014-2016 годах. В Ненецком округе осваивать систему «Безопасный город» начали с 2009 года. Аппаратно-программный комплекс включает 65 видеокамер, 28 кнопок экстренной связи с полицией и 11 постов патрульных службы. Данные с видеокамер будут поступать в единую базу ситуационного центра в реальном времени. Эта система, по мнению специалистов, поможет предотвращать нарушения закона. Вот, к примеру, значит, находится группа возле магазина. Группа 5 человек. Начинает определенная ссора, да, между этой группой. Очевидно, что сотрудник полиции должен среагировать, вовремя подъехать, не для того, чтобы потом, после определенного конфликта, искать этих людей и раскрывать преступления, а для того, чтобы подъехать, значит, вовремя среагировать, а дежурный будет постоянно наблюдать, значит, на этот экран. Внедрение системы поэтапное. Видеонаблюдение уже установлено на дорогах с интенсивным движением, на мостах и у школ. К 2016 году сеть видеокамер должна покрыть город, поселок Искателей и заработать на полную мощность. Стоит это порядка 200 миллионов рублей. Депутаты высказали свое мнение относительно установки камер. Система будет работать эффективно лишь при правильном их размещении. Устанавливается там, где действительно есть необходимость, где часто происходит нарушение правил дорожного движения с жертвами, там, с материальным ущербом, с каким-то. Разрешите отвечу. Винные магазины у нас не прикрыты сегодня. Вот вечером посмотришь, то постоянно то драки, то разборки какие-то, то еще что-то. Оттуда все идет, все зло. В итоге бюджет на установку комплекса был принят в полном объеме. Наблюдать за обстановкой в городе в режиме онлайн в скором времени смогут полицейские всех регионов нашей страны. На сегодняшний день уже установлены и действуют 80 тысяч камер видеонаблюдения и более 5 тысяч пунктов экстренной связи гражданин-полиция. Валентина Чибичик, Вадим Носкин, телеканал «Север».